Привет, чемпионы! Сегодня на нашем канале выходит упражнение «Витрувианский человек». Для чего оно надо, вы сейчас узнаете. Помните, давным-давно на нашем канале вышло упражнение «Обыкновенная сцепка». Ваша задача была попеременно менять руками так, чтобы они встречались спереди и фиксировались. В этом упражнении вы то же самое делаете, но лежа на боку, повернутый на 90 градусов. Ваша задача лежать ровно. Тогда вы почувствуете идеальное скольжение без сопротивления. Но лежать ровно, еще и с вытянутыми руками, достаточно тяжело. Для этого включаются мышцы стабилизатора, и вы помогаете ногами. Но ключевой момент этого упражнения даже не в том, что вы ловите стабилизацию тела в воде, а в работе спины и глубине грибка. Когда вы лежите на боку, ваше плечо уже находится глубоко в воде, и значит, что вам достаточно развернуть ладонь в сторону дна и сделать хороший качественный грибок с правильного захвата. И лишь затем, за счет этого же грибка, постараться развернуться на другую сторону. В этом упражнении нужно дышать на каждый грибок. Если вы думаете, что это слишком часто, тогда проводите больше времени на боку в поисках баланса. Для чего мы используем это упражнение в наших тренировках? Первое – это для того, чтобы отработать правильную стабилизацию и баланс тела. Второе – это научиться делать глубокий грибок. И третье – это запустить спину. Вот и все. Упражнение «Витрувианский человек» не должно быть руководством к действию в обычной плавательной жизни. Это лишь всего упражнение, которое позволяет вам отработать некоторые элементы. Плавание сбоку на бок, к сожалению, малоэффективно. Скоро зима, в парке станет холодно, в бассейне снимать очень шумно. Подскажите, где нам снимать новые ролики? Отпишитесь в комментариях.